Привет, милая. Здравствуй, моя Олечка. Я давно тебя не видел. Милая, слушай, я с работы пришел, усталый такой. Может, мне сделаешь кушать, супчик свари. Ой, голубчик, я тебе сейчас все сделаю. Иди поспи. Я хотела тебя уже валить начинать. Сейчас иди поспи. Хорошо, хорошо, милая, давай. Я пойду. Ну я кастрюля. Интересно, вот это по радио, я думаю. Начинаем! Начинаем с муки! Яблоко! Ой! О, что здесь? О, металла тоже надо. И зубы. О, надо попробовать первый. Пойдет для него. Надо уксуса. Эй, это пойдет. О, самое главное. Хлебусик. Маля, да? Маля. Маля. Еще побольше. Яблочко. Надо его использовать. Ой, гнилое. На него пойдет. Да и это пойдет. Фу. Сейчас помешаем. Ой. Подождите, будет. Женя, подожди, сейчас водички ж надо туда. Что ж это без водички? Я уксуса налил, ему пойдет. Как же борщ без воды? Вы правильно говорите, все. Женя все сделает. Забыл кое-что. Я ничего не забыл. Надо любое. Все, я думал, варить можно. О, готово! Готово! О, готово! Готово! О, Милли! Милли! Да, Милли, дорогая, ты все сварила? Да, попробуй! Да? Мика, ты... Очень вкусная! Я пробовал сам, очень деликатно. Готовься ловить. А что это ты? Такое? Ты попробуй, малой! Дорогой! А что ты там? Я все, и капусту, и муку, и уксус. Ой, и яблочки тоже. Вот это? Да! Это суп ты называешь? Это борщ китайский. Дорогая, я думал, ты кушать умеешь, смотри. А это ты вот это для меня делаешь, для твоего любимого мужа. Я в колледже первое место занял. Ты в колледже? Ты хочешь, чтобы я это кушал? Да сам ты кушаешь.